Московского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы открыть памятник основателю этой клиники, профессору Николаю Николаевичу Феноменову. Уважаемые коллеги, гости, сотрудники клиники акушерства гинекологии. Мы всегда будем гордиться основателями нашей акушерской гинекологической клиники и всегда будем помнить, что очень многие поколения акушеров-гинекологов, ученых, педагогов вложили свой труд, весь свой опыт, свою жизнь в то, чтобы эта клиника обладала современными возможностями, современными школами, учениями, направлениями исследований. И я отдельно хочу поблагодарить заведующего кафедрой акушерской гинекологии нашего университета профессора Виталия Федоровича Беджинари за вот такое трепетное отношение к традиции, к истории университета и за те усилия, которые весь коллектив кафедры и клиники прилагает для того, чтобы эти традиции продолжались. С праздником вас, дорогие друзья! Уважаемые коллеги, и вот это право открыть памятник Николаю Николаевичу, мне бы хотелось предоставить его прямому потомку, профессору Николаю Николаевичу Феноменову, который сегодня вместе с нами присутствует здесь. Николай Николаевич, просим вас, пожалуйста. И мы хотели бы, чтобы вы открыли памятник своему прадеду. И мы вам предоставляем после этого. Пожалуйста. Николай Николаевич, вам слово. Спасибо. Уважаемые, раньше можно было сказать товарищи, но все-таки, конечно, товарищи, господа и дамы. Значит, мне, как прямому потомку Николая Николаевича, очень приятно присутствовать при этом торжественном акте, что мне не довелось стать врачом, хотя я очень мечтал об этом. Но поскольку я заболел, у меня оглох на одно ухо, меня в медицину не взяли. Ну вот, я стал профессором, но экономики. И все-таки для меня всегда самым главным делом в жизни, которую я оцениваю вокруг людей, это медицина. Поэтому я всегда был влюблен в медицину и остаюсь ей верен. Спасибо, друзья. Уважаемые коллеги, спасибо. У нас Николай Николаевич работал 14 лет. Заведовал кафедрой, великолепные лекции, великолепные труды, 4 кандидатских диссертации. 4 диссертации за 4 ученики. Масса инструментов, придуманных Николаем Николаевичем. Поздравляю вас с праздником, с великолепным праздником. Виталий Федорович, достойно уважения, конечно. По поводу памятника, по поводу нашей памяти, если мы не будем знать прошлое, у нас с вами нет будущего, перефразируем классика. Спасибо большое еще. Выдающийся человек, выдающийся ученый, врач. Таким людям нужно давать должное, нужно их чтить и помнить о них.